Красноярские бывшие хозяева несколько недель издевались над псом, затем, по словам соседей, собаку увезли в лес, сломали лапу и бросили ее там умирать. Но даже в таком состоянии животное смогло добраться до дома. Соседи рассказали, пес Зак появился в их доме 3 года назад. Владельцы – пожилая пара, которая подобрала его с улицы, часто издевались над питомцем. Плохо кормили, избивали ногами и поводком. Тогда на это старались не обращать внимания. Но позднее сожители разошлись, хозяйка попала в больницу. Родственники, которые заселились в ее квартиру, сразу же выбросили Зака на улицу. Собака, когда они возвращались с ребенком с прогулки, ну, то есть это семья непосредственно, собака к ним бежала, виляла хвостом и пыталась зайти в подъезд. Они ее просто пинали, чтобы она не заходила. Тут наплакались, переживали очень сильно. Мы надеялись, что мы сможем его своевременно спасти. Кроме побоев, пес страдал от сильного истощения. Неравнодушные соседи обратились к волонтерам, и те забрали Зака в клинику. Его пытались выходить, но капельницы и лекарства не помогли. Пес скончался сегодня утром. Теперь волонтеры пытаются привлечь бывших хозяев к ответственности. Что-то пытались сделать, но уже было слишком поздно, потому что истощение полнейшее. Сейчас собаку мы дадим на вскрытие, чтобы доказать причину смерти. Ну, что, то есть были избиения, были переломы, что это рук человека. Это происходит периодичности, и очень хочется призвать СМИ, призвать нашу полицию, чтобы в конце концов уже начали заниматься делами, потому что жестокость случается каждый день.